Друзья, привет! Посмотрим сегодня еще одно видео с канала Purple Universe. Видео называется 7-1 равно 0. Я даже предположу, о чем видео. То есть это, допустим, если одного участника группы не станет, одного участника их семьи не станет, да? Ну, имеется в виду не станет, уйдет в армию, допустим, или еще по каким-то другим причинам. Это уже будет не то. Совершенно не то. Скорее всего, видео об этом. Но тут даже, блин, тут думать не о чем. Это страшно, когда вы столько прошли, когда через столько, грубо говоря, ну, моментов вы прошли вместе, чтобы все закончилось, чтобы все прервалось, это действительно страшно. Поэтому они боятся этого. Но вот Намджун говорит правильно, чем бояться этого, чем ожидать вот этого, лучше делать все возможное, чтобы потом просто не жалеть об этом. Это вот прям очень круто сказано. Да, конечно, им будет тяжеловато, если один, два, не знаю, может быть, участника куда-нибудь сольются, грубо говоря, ну, в ту же армию, либо ну, кто-то просто по физическим возможностям уже не сможет выступать. Действительно, ребятам будет тяжело, поскольку у них такая сложилась эмоциональная связь, даже духовная, да, ну, телесная, да, даже тактильная, можно назвать, связь между группой, что между вот людьми, что как-то вот... Ну, это действительно как потерять одного из друзей, ну, как потерять члена семьи просто, да. И это мы не говорим о смерти, мы говорим просто о том, что, ну, человека не будет рядом, допустим. Это очень тяжело. Вот очень бы хотелось, действительно, чтобы у них как можно дольше сохранялись вот такие вот отношения, как можно дольше они радовали нас этой музыкой, как можно чаще выпускали свои клипы. Клипы, я надеюсь, будут выпускать они в дальнейшем довольно часто. Я, по-моему, слышал даже, что альбом скоро будет у ребят. Не знаю, может быть, это, конечно, вранье, но я слышал об этом. И видео в плане, да, вот эти вот видео, когда смотришь, ну просто в моментах, знаете, даже останавливаться неохота. Просто вот сидишь вот так вот, смотришь, читаешь, и, блин, действительно тепло так на душе. А в то же, знаете, грусть какая-то, потому что вот переживания чувствуются через эти строки. И как-то вот двоякие такие чувства. Ну ладно, друзья, тем не менее, видео хорошее, тем не менее, видео жизненное, да. Всему наступает конец, но опять же, очень хочется, очень хотелось бы, чтобы все вот это вот продолжалось как можно дольше, чтобы они оставались и радовали нас как можно дольше, и все было просто круто. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Флок, всем пока.